Играем, я, наверное, да. Давай. Сейчас нормально потусим. Нормально, нормально, давай тоже. Ой, блядь, да что ж такое, да? Да, вот так вот они любят заебывать одними и теми же картами, блядь. Блин, я надеюсь, что новые карты будут хотя бы не конченые. Да нет, карты у них не конченые, но конченая система подбора этих карт. Ну это да. Ну, не знаю, мне не нравятся вот эти DLC-шные карты, они какие-то... Мне нравится Рок Магны, мне нравится этот... В принципе, и Яма тоже нравится. Мне тоже Магна. А? Эдемор мне... Рок Магна, он хорош, да. Эдемор мне не нравится, потому что там вот это говно в конце происходит. А машины из этих вот классных задрот с бочками, но, не знаю, к ним я все равно спокойно дошу, чем вот к этим. Во тьме, где шастаешь и так далее. Ну да, во тьме и яма, они, конечно, бесячи. Алло. О, Бёрн, нихуя себе. Да. Это что, у тебя работа началась или институт? Нет. Ну, типа, я аттестовался на нормальную работу, я как раз сдал все нормативы. Теперь я могу ебашить нормально. Теперь я прапорщик, да. Понятно, все с тобой. Ну, да. Но я сегодня обматерился, если честно. А когда узнал еще, ты когда написал, что будешь поздно, я вообще еще больше обматерился. Я там сегодня столько всего нафармил. Например. Тебе залупы нету, и нету, и нету, и нету. Ну а что нафармил-то? Да все нафармил. Красавчик, мы можем сейчас поебаться. Ну да, сейчас пойдем. Адму, ты меня поздравишь. Повышение? Да фига поздравлять, ты же не бухаешь. Тебя даже не поздравишь по-человечески. На самом деле, у меня была такая мысль, но мне... Какая мысль была? Сзади. Сейчас. Медленно. Сделать это дело, но мне пока еще не с кем. Я же говорю, у меня типы все в армейке. В соляну такую себе. Ну да. Ну тогда просто поздравляю по-детски. С соком. Можно с кофе хотим. С кофе. Так, у меня сейчас будет приступ. Ой, я нашел шнурик. Как он будет полез? А что там происходит? Трешка просто сидит. И трэш сейчас будет, вот. Все, вы просили трэш, вот вам трэш. Секундочку, шаров яры. Че никого не щадят. Вы думаете, это Крубер мобы так бьют? Нихера. Может, Крубер надеется, что у меня кончатся шары? Вы там что, наркоманите? Какие шары? Почему шары все яры ненавидят Сиен? Почему все ненавидят Сиен? Вот такие вот играют, блядь. А, Сиены шары, я думаю, что за шары? Там и яростные шары. Привет. Патруль. Что еще? О, все, я довыебывался.
регресс. А, такое со мной бывает. Очень редко. Особенно, когда я в рандом джойнюсь. Я такой, да, ша, потом хоп, и сгорел. Раз на три игры такое со мной случается. Не знаю, почему так. А что ты там мне парку писал, я только не понял. Арк весит сейчас 140 гигабайтов, вот я. Вы тут заберите. Класс. Там искусство. Где искусство? Там? Вот здесь, да-да-да, вот тут. Вот. У сундука. Так, что они нас посыпают? Мы волну постоянно встречаем снизу. Потому что мы сильные. Независимые женщины? Еще сильнее. Еще сильнее. А котик у нас есть? Да дохуя котов. Дохуя котов? Вольта, у нас даже кони есть. Даже кони есть? Да. Слышу, мне коней. У Арзы 40 коней есть. Вообще туда? Да? Откуда? У коней разводит? Да. А ты не знал? Нет, если не, я ж не общаюсь. Я это выяснил еще, когда спросил, почему у него аватарка такая. Токсичный конь. Потому что это токсичный конь, все же логично. Ну. То есть он нам по коняшке подарит? По две, я. Ну, круто. Будем тоже звонить. Вставляйте ладошки. Сейчас посмотрим кони. Не обнаглел там? Где? Откуда столько этой пыли? Так вот, я немножко хотел тебе сказать, что ты гандон. Спасибо. Ну, в смысле, блядь, да. Я сегодня я тебя ждал, блядь, ты знаешь, как я с 9 утра сидел такой, знаешь, сижу по фарму, блядь. Ладно, до 12 фарму. Тебя нет, тебе написал, думаю, ну ладно, пидор. Нету его, блядь. Думаю, припрется, как обычно, в 3 часа, короче. Хер с ним такой этот. Ну, мы тут вчера с тобой не договаривались, нет, что такое. Да я понимаю, что не договаривались. Я же не знал, что ты это. Проеб теперь ушел. Вот, я посидел такой, снова пофармил, блядь. Я там, кстати, еще порядок навел везде. Не дай бог ты, блядь, беспорядок устроишь. А ты электронный барьер что ли выключил? А? Ты электронные загоны выключил что ли специально? Ну да, я там... А, потому что я вот, пока меня не позвал в этот Вермитайт, я на этой хрени катался. Ну мне его включить? Да, ты думаешь, что да, можно включить, что можно включить. Я там по-быстрому просто, чтобы мы в этот ваху пошли. Пригнал животину назад и поставил в стойло. Я там железо пофармил. Я уже... А? Я уже оценил, говорю. А крошка что, со событию забагал? Нет. Просто тоже бегал фармил. Ну, там просто такое печальное событие случилось. Какое? У животины там осталась 1/5 хп. Не хп, а энергии. Я такой что-то напрягся и пошел, короче, фармить. Чё, ты не пох, ты напрягся? Ну да. Вообще не. Ну, что там? Вот, и поэтому сейчас, после такого длительного фарма, меня, конечно, немножко подташнивает эта идея даже туда заходить. Я немного сегодня что-то переиграл там. Ты
Может, не надо перейти? Ну, блин, я же по времени, у меня тайминг был на твой приход, по сути говоря. А если бы я никогда не пришел, если бы я умер? Ну, если бы ты умер, ну, я бы как бы поблевал бы сегодня от игры, и все прошло. Ты бы как... А, то есть даже бы не переживал, я думал, ты как хатик, как бы сидел бы и фармил. Ну, конечно, делать мне больше не хочу переживать. Я это запомню. Не, ну я бы попереживал бы, в смысле, как бы это... Сказал, эх, ну пойду в аху. Ну да, что-то типа того. Ну, не умирать. Жизнь продолжается. Как-то. Ну, блять, если из-за всего переживать, то это... Рано состаришься и умрёшь. Да? Да, я ехал домой, в смысле, что я сейчас либо пойду этого чупакабру приучать, который я элемент фармит. Я, кстати, это тоже пофармил. Что пофармил? Наркотики? Жопу твою, я стрелы сделал. Ну как сделал, я большую часть, конечно, нафармил. Ну, можем сходить приучить кого-нибудь. Я хочу бронтозябру. А это кто? А? Большой длинношей челик. Да. Ну, потому что я понимаю, что ты бесполезен, а я хочу фармить шмотки. Где бесполезен? Мне надо пожалуйста. Что-то толстое, мощное, чем я могу в соло идти. Трой, только не тупи, Трой. Его пулеметчик. Ну да он, блядь, всех раздрочит там. Причем, кстати, банку силы мы выпил. Что-то я только что понял. О, жесть. А Груберт красавчик, он сейчас спас нас. Ну, да, но... Не, ну на самом можно... деле здесь я понял, так что был... мразь так-то у нас подсоединялся, блядь. Как всегда, сука, не вовремя, блядь. Не, Грубер успел, что он... Как, знаешь, я привык с рандомами играть, умереть от обычного какого-нибудь убогого синта, когда вокруг тебя толпа. Так, подождите, у нас книги. Раз, два. Третий там, грим спереди. Ну, все, окей. Может, нам хилку дать? Что же, поздно. Be careful! Gas flash! I can't
Так, теперь секундочку аутизма. Пойдемте вместе, потому что... А, стоп, у нас же гном, не надо. Куда не пойдем. Сука, Синт ушел к вам. Не. Сегодня мои шары не настроены. А там на мана? Геном сейчас какую-то дичь творил. Там нет, там здесь вот искусство. Эй, хер с ним. Геном сейчас творил какую-то дичь. Он боялся, промахнулся прыжком с крыши, пометил грима и думал, что... Ну вот, видимо, Крубер у нас точно так же сдох. Прошлый? Нет. Прошлый Крубер просто какого-то хера пошел, видать, искусство искать. Он сдох, ты просто не видел, где. Это надо было очень постараться. Это патруль. Патруль хаоса? Да. Отлично. А что за шкаф новый? Чертежный. Одноразовый? А? Одноразовый? В смысле одноразовый? Ну, в смысле, есть чуть-чуть. Загрызли слишком много мышей. Сейчас, подожди, Берн. Нет, блять, ну посмотри, что в нем лежит, ёб твою. Что за это? Вопрос. Из-за разряда аутизм. Просто чертежи много места занимают, в этот шкаф их гораздо больше вылазит, и просто все чертежи туда складываются. Ну я спрашивал, в смысле, где такой взять шкаф? Нихуя у тебя вопрос, блядь, из рубрики. Хер догадаешься, кто ты спросил. Где взять, построить, что стандартно. Просто на каком-то уровне он там позже открылся. Все. Все стандартненько. Че, возьмете хилку, хиляйтесь? Потом. Сейчас у нас еще есть вот кучу. Кучу времени потерять хпшки. Там еще будет. Ну да. Вы взяли? Да. Сейчас нас Крубер спиздит. Точно, блядь, спиздит. Давай быстрее. Смотрим выжим. Какой фейербол за рапки у нас, Крубер, давай. Хорошо быть сиеной, да? Я грубо разыграю. Наман. Он никогда мне не нравился. Ну вот, видишь, штука пригодилась. Там еще 4. Не факт. И, во-первых, там их 3 бывает, а не 4. Тут их 2, боже мой. Все. Вот. Калкрубер мог бы и сдохнуть. Что тут происходит? Хилку-то возьми. Дайте мне. Да, она в принципе тут нахер не нужна. Я вам все равно ее не дам, а мне она не нужна. Блять. А вы... Окей. У меня приступ аутизма, все нормально.
Огонь, у тебя... Я, кажется, понял, в чем у тебя проблема. У тебя ульта что, на снятие перегрева, что ли? Нет, что, дурак, что ли? А почему ты сейчас ультанул, и у тебя не прибавилось ПТ? Прибавилось. Ну, значит, оно... Мне просто опустили его. А, ты опустил смысл? Да, меня призданули, и я сразу ультанул. Это еще ничего бывает, когда тебя бьют, то думаешь, там хп вообще не прибавляет. То, что как бы бело проходит, но... Один, по-моему, да. Почему только один? Ой, я ему прям в голову попал, ман. Один я такой дал, он гном тоже решил помочь. Ой-ой-ой. Я и так не слышно, блять, как ебучий огонь, блять. Там хилка. Суберсетка. Грубер, психанул, короче. Понятно.
Такой заебало.